Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас сразу два розыгрыша. Первым мы разыгрываем комплект нашего мерча. Спасибо, очень большой интерес вызвал наш мерч. Я вижу, что по количеству просмотров мы ожидали меньше. Вот, и у нас в комплекте мерча кепка, кружка фирменная, суперкружка и патч. Вот, давайте не будем долго тянуть и сразу первый розыгрыш разыграем. А вторым розыгрышем у нас будет розыгрыш лихоходского коврика. Он идет для Boosty. Там у нас совсем немного подписчиков, и там есть свои розыгрыши. Я решил просто сделать их одновременно. Вот, кстати, имейте в виду, там вот сейчас мы разыгрываем 500 будет заявок, а на Boosty тоже проходят розыгрыши закрытые. Там сейчас всего 13 заявок. Итак, давайте разыграем сначала наш комплект мерча. Здесь сейчас у меня такой простой рандомайзер, он не показывает какой-то процесс. Там, просто вот мы выбираем и выбираем. Первый, который нашел, тот, которым раньше пользовались, он что-то сдох. Все, начинаем. Николай Переверзев. Первая заявочка подоспела. Хочу такой набор. Вот Николай Переверзев взял и выиграл. Поздравляем Николая Переверзева. И сразу же переходим к второму розыгрышу. Там у нас есть список людей, которые вот заявились. И их 13 человек. Вот давайте запустим генератор случайных чисел. Поставим максимум 13. Потому что там такого вот как для YouTube нет. И сгенерировать 4. Вот. Поздравляем Татьяну Романову. Вот, она выиграла у нас лихоходский коврик. Вот, хочу сказать, что на Boosty у нас будут закрыты розыгрыши и дальше. У нас тут получается так, что те вещи, которые к нам попадают новые, нам фирма, например, просит провести розыгрыш, мы, естественно, отправляем на канал. А когда вот вещи с теста, это которые немножко, они все-таки уже с какими-то признаками износа легкого, то все-таки мы отправляем тогда для, на Boosty для вот такого узкого круга. Туда мы отправим в следующий раз комплект трекинговый через неделю, я думаю, если мы тут все сидим, чтобы не провести, разыграем там комплект трекинговой посуды от Декатлона. Вот, поздравляю всех победивших, и Татьяну Романову, и Николая Переверзева. Прошу вас прислать мне свои адреса, и прошу понять, сейчас мы все в карантине, поэтому я, конечно, попробую отправить вам ваши выигрыши с почтой прямо сейчас. Есть такая услуга, вызов почтальона на дом для отправки посылки. Я попробую. Если у меня получится, то как только я получу от вас двоих обоих данные, я отправлю вам ваши выигрыши. Если не получится, то по окончанию карантина уж извините. Вот, у нас будут розыгрыши на основном канале и на Boosty. Имейте в виду, всех ждем.